Всем привет, меня зовут Ольга Дунина, я директор отдела моды журнала Vogue. Все, кто за нами следит, знают, что это шестая наша лекция по счету, и сегодня она будет посвящена базовой ювелирной коллекции. А я специально оставлю за кадром вопрос про бижутерию, возможно, мы посвятим ей отдельную лекцию в будущем, но сегодня фокус будет только на ювелирные украшения. Сразу скажу, что я не большой поклонник ювелирных украшений, но я считаю, что любая современная девушка должна иметь такую коллекцию у себя обязательно. У меня такая тоже есть, и поверьте мне, она выручала меня не раз. Я точно знаю, что правильно подобранное колье или серьги могут сделать любое, даже самое минималистичное платье более правильным и более нарядным. Вот, кстати, хороший был пример. На последнем Каннском фестивале актриса Анна Жирардо вышла на красную дорожку в совершенно простом черном платье, платье-бюсте, и ее образ исключительно сделала правильное подобранное колье. Сегодня у меня будет интересный собеседник, моя коллега, главный редактор журнала Vogue Ксения Соловьева. С ней мы как раз обсудим, что должно быть из ювелирных украшений у современной девушки, с чем это носить, как правильно сочетать, можно ли сочетать белое и желтое золото, например. Все эти вопросы поднимем сегодня. Ксения, привет! Оля, привет! Спасибо, что пригласила. Мы сегодня с тобой, видимо, работаем на контрасте. Я редко встречаю тебя в украшениях, а вот я украшения очень люблю. Ну, что неудивительно, по долгу службы и за годы этой работы в Condé Nast я вела активную светскую жизнь и имела возможность примерить самые невероятные украшения. Не то чтобы они все были, увы и ах, мои. Но ты знаешь, что большие ювелирные марки дают главным редактором драгоценности на торжественные выходы. Вот, но благодаря этому я попробовала много-много всего и убедилась, как украшения могут менять, трансформировать любой простой и даже самый безнадежный наряд. И за эти годы я поняла, что самая эффективная и правильная стратегия — это сформировать капсульный ювелирный гардероб. Ну, это как с модой, потому что за модой не угнаться, лучше даже не начинать. И ты сама учила меня, учила наших зрителей, что важно иметь правильный тренч, правильный кашемировый свитер, правильные джинсы. Ну вот с ювелирными украшениями все ровно так же. Ну а еще по долгу службы я много общаюсь с теми счастливыми девушками, которым украшения дарят. Но это сегодня мы пропагандируем идею того, что мы все очень самостоятельные, эмансипированные, хорошо зарабатываем, можем пойти в магазин и сами себе все купить. Но на самом деле самые дорогие украшения все равно по-прежнему дарят мужчины. И не всегда у этих дарителей безупречный вкус. И сколько было девушек, которые в ужасе не знали, что им с подарками делать. Но это обычно, что они с ними делают? Они обычно их далеко и надолго кладут в сейф и про них забывают, либо... Ну, либо придумывают хитроумные схемы, куда их деть. Вот. Да, это и правда. Чтобы этого не произошло, мы призываем мужчин тоже сесть и посмотреть. Дорогие мужчины, присоединяйтесь к этой лекции, она тоже будет вам полезна. И, кстати, раз уж мы заговорили о мужчинах, то надо сказать, что на сегодняшний день самая большая тенденция является то, что мужчины не только дарят ювелирные украшения, но и приобретают их для себя. Мы знаем прекрасные примеры Гарри Стайлс или Тимоти Шаломе, которые правильно интегрируют свои мужские образы в ювелирные украшения. Мы с дочерью большие фанаты Тимоти. Он, конечно, очень классно носит свои бриллиантовые колье. Я предлагаю перейти нам к вокабуляру, чтобы потом на него не тратить время. Понятно, что наши зрители знают, что такое браслеты, серьги. Но вот, например, Ксюш, знаешь ли ты, что, чем отличается колье от ожерелья? Ой, честно, никогда об этом не задумывалась. Ну вот смотри, у колье есть всегда один центральный элемент. Это, например, какой-то крупный камень. А у ожерелья по всей длине идет один и тот же единый рисунок в едином ритме. Далее, перейдем. Есть такое понятие, как анклет. Анклет – это браслет на щиколотку, который носят. И мне кажется, это достаточно элегантно все смотрится. И особенно шикарно смотрится, когда женщина может себе позволить надеть ювелирное украшение на щиколотку. Мне кажется, это прям высший шик. Вот, просто такая какая-нибудь дорожка из бриллиантов. Каф. Каф – это серьга, которая надевается на ухо, крепится она на мочку, либо на хрящик и не требует прокола. Далее моносерьга. Моносерьга, как следует из названия, это не парная серьга, которую вы покупаете одну. Оля, а вот у меня всегда был вопрос. Если моносерьга в одном ухе, то что должно быть в другом? То есть теоретически вы можете просто носить эту моносерьгу, но вообще мне, например, не особо нравится, когда очень большая дырка, и она видна. Лучше ее, например, во втором ухе скрыть маленькой пусетой.
пусеты. Кстати, кто не знает, это серьги-гвоздики по-нашему. Есть такое понятие, как парюра. Парюра — это комплект украшений в едином стиле. Обычно они существуют для таких торжественных мероприятий. Ситуар. Ситуар — это удлиненное колье или ожерелье, которое имеет различные бусины или какие-то детали разнообразные, и которые можно обернуть вокруг шеи несколько раз. Оль, а вот ситуар — слово такое красивое, но немножко старомодное. Вот вообще ты как стилист, расскажи мне, это украшение для солидных дам или молодым прогрессивным его тоже можно носить? Конечно, зависит от всего, как ты это носишь, но мне кажется очень красивым, когда девушка в шелковой блузе, которую можете позволить, да, ее так сильно раскрыть, и ситуар, который такой тоненький, с небольшими деталями, он так вот теряется на коже, так поблескивает. Это, на самом деле, смотрится очень красиво. Да, в принципе, просто как летнее украшение с простой майкой и джинсами, это тоже достаточно классно смотрится. Есть еще хупсы, они же серьги-кольца. Я вот очень люблю хупсы, часто их ношу. Но ты знаешь, что у них такая длинная история, их носили еще и в Древнем Египте, и в Древнем Риме, и Греции. Вот в какой-то момент репутация хупсов испортилась, потому что их стали ассоциировать с рабовладением и пиратством. Но потом наступили 60-е годы с их свободой и любовью, потом 70-е с феминизмом, и честное имя хупсов обелили, вот теперь они с нами, я прям практикую часто. Большой фанат. Ну да, кстати, на самом деле считаю, что это одно из самых выдающихся изобретений в ювелирном искусстве, поэтому это всегда и надолго. А идем дальше. Чокер. Это короткое колье или ожерелье, которое плотно прилегает к шее, это, собственно, как ошейник. А шарм — это маленькие подвески, которые можно менять. Они обычно какие-то тематические, крепятся обычно на браслет. И, наверное, еще назову шандельеры. В просторечии люстры. Ну да, серьги-люстры, так, в просторечии, да. Это массивные удлиненные серьги. Собственно, практически антипод пусет. Не знаю, мне кажется, ничего не забыла. Или нет, забыла? Ты забыла теннисный браслет, а поскольку я играю в теннис и вообще большой теннисный фанат, не могу про него не рассказать. Это такая классическая бриллиантовая дорожка. И появилась она в тот момент, когда женщины-теннисистки стали хорошо зарабатывать, стали выходить на корт в украшениях. И была такая американская теннисистка Трис Эверт, которая однажды вышла в браслете. Браслет порвался, все рассыпалось, матч прервали. Долго искали всем миром бриллианты. Вот, и с тех пор этот теннисный браслет. Вот, кстати говоря, Маша Шарапова и Серена Уильямс очень часто выходят на корт в украшениях. Но самые выдающиеся, на мой взгляд, серьги сверкают в ушах Слоун Стивенс. Это такая американская теннисистка. Вот, я каждый раз вздрагиваю от блеска ее бриллиантов, но, видимо, она их позволила себе на гонорар от победы на US Open. Вообще украшение очень красиво смотрится на контрасте с вот такими простыми белыми трикотажными платьями. Да, я согласна, потому что, в принципе, вот этот вот союз спортивной одежды и ювелирных украшений — это всегда очень такой стилистически хороший ход. Еще нам его завещала принцесса Диана, которая выходила, да, там, в каких-то спортивных вещах, но при этом с какими-то классическими часами или с какими-то серьгами. Поэтому это действительно очень классный и в то же время элегантный стилистический ход. Тогда предлагаю перейти к основной части нашей лекции. Давайте условно разделим на повседневные ювелирные украшения и вечерние. Согласна. Отлично. Начнем, наверное, с часов. Часы, понятно, это индивидуальный вкус каждой девушки, хотят они иметь или не хотят часы. Мне нравятся часы, но определенной правильной формы. Я предпочитаю прямоугольные или квадратные. Вот сегодня на мне часы Танк, а на Ксении Пантер. У меня Пантера, да. Да, Пантер. Марки Cartier. Вот, мне кажется, идеальная совершенно форма. Мне, кстати, еще очень нравится, когда девушки носят по несколько браслетов сразу на руке. Они могут с часами быть или без. Вот покажем. Вот смотри, у меня есть такие, да, например, вот такой вот браслет. Uh-huh. И такой. Uh-huh. Да, вот так вот. Так, ну у меня тут же возникает вопрос, который будоражит многих девушек. Можно ли совмещать вот белое, золото и желтое? Про этот вопрос. В повседневном наряде, в повседневном образе я ничего не вижу плохого в том, чтобы совмещать в браслетах или когда у тебя браслет, например, золотой, а из белого золота украшение на шею. В этом ничего нет такого страшного. Мне кажется, это даже
какая-то такая есть в этом изюминка. Кольца. Мне нравится... В принципе, вы можете, да, иметь любое кольцо, но вот носить мне нравится, когда его носят именно на мизинце. Мне кажется, это такое... в этом есть какая-то такая элегантность. Давай покажем, примерим. Например, такое. Угу. Мне кажется, он тебе будет как раз. Спасибо. Это маленькая пантера. Да, маленькая пантерка. Угу. Мне кажется, это очень так прям элегантно и красиво. Или еще вот этот примерить. Угу. Это тоже должно смотреться красиво. Угу. Более такое простое. Маленький акцентик на мизинец. Угу. И, конечно же, к повседневным относятся также и помолвочные кольца. Их девушки носят на каждый день. Кстати, Ксюш, если бы сегодня тебе сделали предложение, какому кольцу бы ты сказала «да»? Слушай, приятный какой вопрос. Знаешь, я вообще 13 счастливых лет носила обручальное кольцо. Оно было без камня, я его очень-очень любила. Сейчас я в основном хожу с кольцом, которое мне подарил мой сын. Оно эргономичное, легкое. Вот я в нем могу работать на компьютере, играть в теннис. В общем, оно меня никак не сковывает. Вот. Но если так пофантазировать и представить себе, что нашелся тот смельчак, который преподнесет мне кольцо, наверное, я бы хотела кольцо с цветным камнем, ну, с изумрудом или с сапфиром. Ну, например, вот такому кольцу бы ты сказала, да? Ох, давай примерим. Ну, красивое, с сапфиром. Ну, супер, по-моему. Да, очень красиво. Это сколько каратов? Это около 2 карат. Ну, размер идеальный. Почти идеальный, да. Ну, кстати, часто задают вопрос девушки про каратность, про такую идеальную каратность камня. Какая она должна быть, чтобы не моветон, ну, не так слишком скромно. Так вот, я тогда долго со своими подругами, стилистами советовалась, и мы решили, что вот 3 карата — это идеальная каратность камня. Моя одна как раз подруга, стилистка, вообще сказала, что все, что больше 4 карат, это смотрится как бижутерия. Поэтому, в принципе, это вот одна из таких идеальных. Идеальный размер. Да, идеальных размер. Не слишком скромно там, да, но уже такой камень прям, да. Уже заметно. Оль, ну и правильно я понимаю, часто задают этот вопрос, что если все-таки помолвочное кольцо из белого золота, то мы другие кольца спокойно носим из желтого. Ну, честно говоря, поскольку обычно помолвочное кольцо с камнем, я, честно, небольшой этого сторонник, и вообще не очень большой сторонник, когда много колец. Там я люблю какое-то одно маленькое, да, там, чтобы оно поблескивало. То есть браслетов может быть много? Да, браслетов это можно, не злоупотреблять. Но браслет как бы не то, что много бриллиантов, а здесь все-таки такой камень, поэтому либо вы носите его просто отдельным, либо ставьте его, например, на вечерние выходы, а уже, например, в повседневной жизни носите просто несколько там, колец, да, там, колец, поэтому лучше не смешивать. Понятно. Далее переходим к серьгам. Тут мы уже с Ксенией, на самом деле, проговорили этот момент. Самые базовые, самые правильные – это серьги-хупсы и также маленькие пусеты. Каратность тоже тут можете выбирать, но как бы вот я уже тоже обозначила, там где-то от 2 до 3 – это самый идеальный размер. Ну и перейдем к последней части повседневной коллекции, к украшениям на шею. Тут хорошо иметь подвеску. Кстати, коллеги, например, из бутика «Картье» мне сказали не называть кулон, а сказали не называть подвеску, поэтому так и будем называть. Хорошо подвеску иметь на тонкой цепочке, например, с крестиком, либо с кисточкой, вот, например, такое украшение. Кажется, оно смотрится красиво с любой блузкой расстегнутой. Очень круто, да. Вот так. Хочу. Очень красиво. Плюс к подвеске хорошо иметь ожерелье, цепь. Куда без нее, как никто другой, как любитель ожерелья цепи, зная, что без них никуда, они делают любой образ более эффектным. Да, я очень люблю с трикотажным топом просто носить. Да, но это прям с любым, это как вот хупс, идеальный базовый элемент ювелирной коллекции. Переходим к вечерним украшениям. Тут, кстати, я сразу оговорю, что я не советую смешивать белое и желтое золото, а также мешать различные камни. То есть, условно говоря, если это изумруды или там бриллианты, сапфиры, это окей, но мешать сами камни не стоит. И я бы вообще остановилась, в принципе, на такой коллекции из белого золота и бриллиантов. Для меня сюда входят ожерелья из бриллиантов, такой просто дорожка из бриллиантов, удлиненные серьги или пусеты и теннисный браслет. Куда без него, да. И теннисный браслет. Мы можем отлично видеть примеры на красных дорожках, например, модель Ани Рубик, которая выходила на Каннском фестивале в простом черном платье и в простых украшениях с бриллиантами. Таких примеров очень много, и они все очень эффектны на самом деле. В принципе, можно обзавестись еще в этой коллекции каким-нибудь сольным кольцом с каким-нибудь камнем. Если, например, у вас помолочное с обычным бриллиантом, тут каждый выбирает камень,
который больше нравится. Лично мне больше нравится изумруд. Я голосую тоже за изумруд, но надо быть осторожным, потому что всегда есть риск во время очень бурной вечеринки это кольцо потерять. Вот. Да, и поэтому надо все время быть начеку. И мы помним, как Пэрис Хилтон на одной из вечеринок потеряла кольцо. Была такая история, в 20 карат, но, видимо, она может себе это позволить. Ну да, то есть поэтому каратность тоже стоит выбирать. То есть, как мы уже говорили, там 3 карата – это вот прям идеальная каратность. 20 карат, мне кажется, ты просто положил в сейф и забыл про него. Оль, в этот момент наши зрители-мужчины вздохнули с облегчением. Не за что. Мы с тобой не обсудили брошь. Кстати, как ты к ним относишься? Мне брошь очень нравится. Я каждый раз ловлю знаки, которые нам посылает Эльвира Набиуллина, большая поклонница броши. Но у меня с ними лично сложная история. Несколько раз броши повреждали мои наряды. То есть оставались после иголок, оставались следы. Поэтому я у тебя хотела спросить, может быть, я что-то не так делаю, как с этим быть? Да, кстати, отвечу на твой вопрос обязательно. Я, на самом деле, тоже броши очень люблю, но мне кажется, что вот как раз просто прикалывать их на какие-то традиционные места, типа лацканов, это вот очень так банально. И лучше искать им какие-то интересные локации. Например, если у тебя асимметричное платье, можно ее приколоть на стык, где у нее на плече вот, да, заканчивается тоже вот брошь, чтобы она прям так красиво была таким маленьким акцентом. Либо, когда у тебя глубокое декольте, ты можешь тоже собрать его брошью. Либо вот здесь вот на, где-нибудь на спине, где у тебя платье собирается, тоже приколоть брошь. Ну, то есть на смокинг? Да, вот как раз смокинг, это то, что ты рассказываешь, потому что обычно смокинг, он же идет с атласным лацканом, и, соответственно, это очень такая тонкая, деликатная ткань, и, конечно же, если иголкой прокалываешь, его повреждаешь. Поэтому лучше, мне кажется, искать какие-то более интересные локации для брошей. В принципе, есть такой известный американский историк Лори Эттинджел Гросс, которая как раз говорит о том, что броши — это вообще достаточно самодостаточная, автономная деталь, которая не взаимодействует с телом, в отличие от остальных всех ювелирных украшений. И поэтому то, куда вы ее, да, прикрепите, оно привлекает больше всего внимания именно к тому месту. Поэтому выбирайте это место тщательно. Тщательно, да. Ну вот, пожалуй, все, наверное, что мы хотели рассказать про вечернюю коллекцию украшений. Ксюша, если у тебя остались какие-то вопросы, возможно, что-то не затронули, задавай. Знаешь, исчерпывающий рассказ, но я обнаружила, что какие-то бреши в моем ювелирном гардеробе все-таки есть, поэтому пойду работать их восполнять. Да. Спасибо большое, что пришла. Что спасибо тебе. Интересно рассказала про тот же самый теннисный браслет, чего-то я не знала. Всем спасибо, что были с нами. Смотрите и читайте Vogue на всех его платформах, вдохновляйтесь, и вместе у нас все обязательно получится.